Ну а в центре Новосибирска развернули настоящий праздник ирландских традиций. В эти последние летние дни горожане окунулись в атмосферу национального фольклора. Подробности расскажут наши коллеги. Новосибирск в конце августа, как и многие города нашей необъятной страны, полны хлопот подготовки нового учебного года. Но посреди всей ярмарочной суеты с покупками новых тетрадок, школьных форм иранцев, прямо здесь, в центре города, идет необычный праздник. Кельтская вечеринка с живой музыкой и танцами. Организатор этого проекта – студия исторического и ирландского танца «Медиваль» совместно с группой X-Pipes задумали эту вечеринку как возможность приобщиться к наследию мировой культуры. Музыка, танцы, костюмы, игры. Национального фольклора здесь в избытке. Вечеринка рассчитана на всех желающих, даже тех, кто никогда не танцевал. Мастер-классы от знатоков своего дела позволят любому человеку узнать азы ирландских танцев. Сегодня у нас несколько целей. Это, во-первых, закрытие нашей летней площадки, которая шла с июня по август. Мы танцевали танцы, обучали людей здесь. И так повезло, что сегодня мы совпали по времени и судьбе с нашими друзьями, музыкантами, решили, что это будет прекрасный подарок для тех, кто любит кельтские танцы, для города вообще, провести это мероприятие с живой музыкой. А живая музыка поможет закрепить все приобретенные навыки прямо здесь, в парке культуры и отдыха. Более того, для самых искушенных зрителей можно узнать, чем отличается шотландская школа от бретонской, и понять нюансы валлийских танцев и ирландских. Август месяц в России всегда богат урожаем. Но сегодня все присутствующие на этой вечеринке стали богаты не только на друзей, с которыми успели подружиться в танце, но и открыли себе новые дарования и таланты. Светлана Потемкина, Вита Заболева, специально для ТБН.